Алексей Яськов и Григорий Заварин. На Соловки под парусом. Добрый вечер, дорогие друзья. Большая честь стоять на британской сцене, на лондонской сцене. Я совсем недавно здесь, поэтому немножко, конечно, волнуюсь. Песня наша не про войну, песня наша скорее о мире, о гармонии с природой. Это песня впечатления поездки на страшное, жуткое, но прекрасное и святое место — Соловецкий архипелаг. Полярного круга за Тамарин причал без мотора принаитался наш славный бродяга. Белый день спутан с белой же ночью, то ли поздно сейчас, то ли рано. 6 часов обгонялося солнце перегруженным катамараном. Я в красоты такие не верил, да по сути нигде еще не был. Перетил я гитарные струны, а душа улетала на небо. Море плыло седым и обманным, раз другой даже шлепнуло мелью, и в серьезных глазах капитана недовольство отметилось тенью. А в груди от восторга колокочет, словно у беглеца из острога. А от ветра и чувств в глазах слезы, здесь, наверное, ближе до Бога. Маяк на Секирной возвестит окончание дороги. Мчится стайка белух к горизонту, к солнцу в форме кровавой пироги. А душа увлеклась парусами и еще не тоскует по суше. Зябко тихо спросил я Оксану. Счастье тихо ответила Ксюша. Камней Беломорья за 100 верст до полярного круга, за Тамарин причал без мотора принаитался наш славный бродяга. Спасибо большое.